Господа, доброе утро. Сегодня я хочу вас познакомить с удивительными животными, которых называют морские коровы, они же дюгони. Для того, чтобы на них посмотреть, нам нужно сегодня проехать 230 километров в одну сторону, в Марсалам. Дело в том, что их в Красном море осталось всего 7, и они вообще во всем мире находятся под угрозой исчезновения. Морские коровы – это очень грациозное животное, которое имеет в длину 3 метра, достигают веса до 500 килограмм, вынашивают своих детенышей 13 месяцев и возятся с ними от 8 до 16 лет, а живут они лет до 50. Но, к сожалению, из-за сложного процесса рождения, одна самка в течение своей жизни вынашивает буквально 2-3 малышей максимум. А в свое время на них была очень сильно большая охота из-за их мяса и жира.
небольшого перерыва. Сейчас мы отправляемся к черепашкам. Пожалуйста, несколько слов о сегодняшнем дайве. Сегодня было замечательно. Отличный дайв. Мне очень понравилось. Очень круто. Марес, салам. Вообще ничего не видел. Куда мы плавали? Где мы плавали? На песке? На песке я везде могу поплавать. Черепахи, корова. Что это я вытащил? Скажи пару слов про сегодня. Хороший дайвинг. Хороший водитель. Самый лучший. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. А если вы захотите с нами посетить этих замечательных, удивительных животных, то в описании будет вся детальная информация по этому поводу. Всем пока.